Между тем, кировские предприятия всерьез взялись за благоустройство прилегающих территорий и в целом города. Одна из спецакций прошла в заречной части города. У местного водоема появились новые скамейки для отдыхающих. Красивые скамейки из бревна и бруса, к тому же массивные. Одному человеку нести сложно, что особенно актуально в наше время. Теперь будут радовать рыбаков, ну и просто отдыхающих на берегу пруда в Коминтерне. Изготовили скамейки студенты Кировского колледжа промышленности и автомобильного сервиса. У нас, поскольку учимся на технологов деревообработки и проходит сейчас в мастерских практика, нам мастер предложил заняться работой. Вот мы и сделали скамейки для этого. Только потом мы узнали, что это все для акции. Установка скамеек – не первая экологическая акция. Облагораживание прибрежной зоны пруда в Коминтерне началось еще в мае. Силами добровольцев дружины «Зеленый слон», учеников 9-й школы, территория у пруда в Коминтерне была очищена от мусора, а сам пруд в одночасье стал рыбным местом. Потом в него выпустили на радость рыбакам живого карпа – 250 килограммов мальков и взрослых особей. Инициаторами акции выступило предприятие «Коммунальщик». Здесь находится предприятие, которое заинтересовано не только в очистных, в своих сделать более так чистыми и модернизировало свои очистные, но еще и хочет сделать окружающую среду вокруг себя, в том числе, более благоприятной для жителей района, микрорайона. В планах у предприятия установить здесь информационные щиты, урны и организовать подходы к воде для рыбаков. И в дальнейшем предприятие будет следить за чистотой. Милана Поварницына, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.